Ну вот купили все. Интересно, на что их работали. Там вот ямы тоже. А с этой на вон вот там вот поедем внутри. Видишь, крутой бочный такой. Попадал. Ну, интересное место. Вот видишь, какой. Вроде херовенький пигматит, все равно это. Не, вот этот вообще. Ну, вот видно, что тут иероглифы. Кварчик тут, по кварчику шли, видно. Ага. По кварчику заглублялись, пигматитовые жили. Вот жила пигматитовая. Ну вот. Вот разведочная канавка, похоже. Потому что в крест жилы сделано. Перпендикулярно жили. Вот так вот, наверное, и подсекли эту жилу. Потом работали. Поздняя осень. Уже не так кайфово. Хорошо, что гнуса нет. Это бы сейчас какая-то яма была, и в ней работать. Подъехал, вышел, костерчик развел в ямке, нагрелось. Прыгнул туда и красота. Чернишки. Черника облетела. Нет, не вся еще. Ягода черника. Вкусно. Йо, хрен на себе. Вот это да. Чё же тут брали-то? И там еще одна. Яма. Ну это уж вообще. Ух ты! Твою мать, спрятался. Ну вот, что и хотел я нынче найти. Как-то я шмоет, что ли?
Ля-ля-ля-ля. Конечно, отмыть надо. Но уж больно мне нравится вот это вот. Вообще, вон тут красненькая. Yes. Отлично. Вау. О, красавец. Вот тоже. Вау. Такое яблочко. Тут как перелифт на срезе. Хорошо будет смотреться. Оба-на. Оба-на. Да, это жила, которая проходит под болотом. Под болотом, потом здесь вот выпрыгивает. Выскакивает. Ну, в общем, то, что хотел найти, я, в принципе, нашел. Чем-то смахивает насечек. Неровненький. Брекчи разные. Ну тут всякие ешмоиды какие-то. В общем, разноцветие такое поделочное. Поэтому хочется вымыть, а потом уже показать. Не самое хорошее, но говорю, разноцветие. Ладно. Пора солнца-то уж начинает клониться. Надо из леса выезжать еще. Покровская. Год назад тут видел, где-то кальцитики валялись прямо на поверхности. Вот и решил нынче собрать. Да, кто-то уже прибрал кальцитики. Место, конечно же, проходное, потому что тут можно найти, вот видите, отпечатки какие-то, водоросли, видимо. Люди сюда заезжают. Вот тоже отпечатки. Это похоже все, что осталось от кальцитов. Ясно, что здесь окаменелости
вот люди трудятся. Кто-то был, кто-то был. Ну, вот такие кальцитики нравятся мне. Ну, это, скорее всего, какие-то водоросли окаменели, наверное. Я далек от этих вещей, поэтому ничего сказать не могу. Вот этот образец мне тоже нравится. Вау! Красота-то какая! Таким даже красным отдает. Что тут может еще заметить глаз? Не специалиста. Тоже. По идее, конечно, надо копаться. Копаться и искать. Найти и не сдаваться. Ну, какая шняга. Оставим ее. Может, еще кому-нибудь потребуется. Уверен, что через год ее не будет. Да ну, через год. Как правило, если я показывал копи, которые посещал, они были разрушены или завалены. После этого я, конечно, благодарен ребятам за то, что они смотрят мои видео. Но нельзя же так поступать. Ну, какая-то шняга. Да-да-да-да-да уж. Вот это точно палеонтология. Или палеонтология, это что же? Это кости, наверное. Вау. Какие муравьи. Красивые бегают тут. Красота какая. Красотища. Вообще надо фото сделать. Какое великолепие для специалистов.